Модель образования, на наш взгляд, провалилась. По данным исследования Центра госязыка, 39% школьников говорят, что они очень плохо знают латышский, а 81% испытывает по этому поводу трудности. Естественно, с такой позицией национально обеспокоенных депутатов согласны далеко не все. Даже президент Латвии Валдис Заттарс и тот не поддерживает новую реформу, что говорить о рядовых жителях и активистов противоположного движения за русский язык. Забрать ребенка с первого класса, да, когда он еще очень прочно связан со своей семьей, узами вот этими семейными, и фактически разорвать эти узы, потому что язык это фактически человек. Да, и вот разорвать эти узы с первого класса, то есть сделать так, чтобы язык родителей основной и язык ребенка были разными фактически, я считаю, это просто, в общем, близко к преступлению. Осенью начнется второй этап сбора подписей и за другой законопроект, чтобы признать русский язык вторым государственным в Латвии. Собрать необходимо 153 тысячи подписей. Мария Андреева, Арнис Пейга, Просто ТВ. Праздничных мероприятий в